Всем привет! Сегодня у меня будет маленький мини-мастер-класс. Я покажу, как сделать шило из бисерной иглы. Все мы люди разные. Кому-то, возможно, нужно шило именно с такой иглой. Для разных целей я покажу, как сделать такое шило в домашних условиях. Ну, естественно, конечно, при наличии определенных инструментов. Для ручки я буду использовать палочку для еды суши. Мне понадобится сама бисерная игла, суперклей, гравер с гибким валом и у меня сверло 0,5. Понадобятся кусачки и понадобится наждачная бумага, либо можно использовать, допустим, пилочку для ногтей, у которой есть зернистость 180 на 240, чтобы обработать эту деревянную палочку, потому что иногда они бывают зазубренными. У меня уже все обработано, у меня уже есть отметочка, куда я буду засверливать отверстие. Итак, поехали. Отверстие у меня готово. Теперь осталось подобрать длину иглы необходимую. Я уже знаю эту длину. Кусачками вот таким вот образом держим иглу, чтобы никуда ничего не полетело. Соблюдаем технику безопасности. Откусили иголочку. Лишнюю ненужную часть потом выкинем в мусор, чтобы она мне не попала, воткнула сюда. Вот эту часть, которую будем вставлять в рычажок, мы тоже зашкуриваем для того, чтобы у нас хорошо клей приклеился. Можно сделать наждачкой, можно сделать это пилочкой. Совсем чуть-чуть. И так как у меня обезжирить нужно. Я буду обезжиривать это жидкостью для снятия лака. Можно использовать спирт, white spirit. Вот эту иголочку обезжириваем. Кстати, вот этим вот кончиком, который у нас остался, мы можем проверить отверстие. Как оно у нас просверлилось. А то, может, еще придется. Нет, все нормально. И я буду макать. У меня вот отлетел колпачок суперклея. Вот так вот он приклеился, что пришлось вообще открутить весь. Сломался макушка. Вот этой частью, где мы пошкурили и обезжирили, просто макаю в суперклей. И вставляем иголочку в отверстие, которое мы сделали. До упора. Можно теперь упереть во что-нибудь твердое. Даем клею высохнуть. И через 5 минут у нас будет готово шило вот с такой вот маленькой бисерной тонкой иглой. Для разного применения. Возможно, кому-то идея для изготовления других инструментов. Вот таким вот образом можно сделать инструмент дома в домашних условиях. На этом все. Не забывайте подписываться на канал. Пока-пока!